В общественной приемной партии «Единая Россия» провел прием жителей депутат Мособлдумы Владимир Жук. Обсуждались самые разные вопросы от лекарственного обеспечения до закрытия на ремонт школы в Горках Ленинских. Это школа федерального уровня. Она закрывается на ремонт. И там, конечно, есть проблемы с размещением детей в другие образовательные учреждения. Родители беспокоятся. Ну, понятно. Но школа, опять-таки, повторюсь, федеральная, поэтому решение надо искать на федеральном уровне. Обращение написано, мы будем по нему работать с федеральным министерством. Жители Ленинского района обращаются к депутату по самым разным вопросам. Козырек установлен неправильно. В период весны падают большие глыбы снега, то есть это небезопасно для людей. Поэтому просьба у жительницы было восстановить этот козырек, отремонтировать. Ну и параллельно дом, поскольку очень старый, это улица Школьная, 67 лет дома, включить его в план капитального ремонта. Мы тоже этот вопрос взяли на контроль, уточним в администрации района. Часто жители приходят на прием к депутату за материальной помощью. Это в основном граждане из социально незащищенных категорий – пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи. И в каждом случае Владимир Жук пытается помочь. Но чаще всего жители волнуют вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством. Так как на всех приемах обязательно присутствует юрист, можно получить и квалифицированную правовую помощь. Есть, конечно, вопросы сложные, особенно те, которые касаются судебных органов. Вопросы, которые давно уже стоят, там люди годами ходят по судебным инстанциям. Конечно, мы тут только правовую помощь можем оказать. В общественной приемной председателя партии «Единая Россия» ведется прием практически ежедневно. Здесь консультируют депутаты самых разных уровней из Государственной и областной думы. На прием лично к Владимиру Жуку можно попасть также по адресу улица Школьная, дом 17, каждый второй вторник месяца с 11 часов и до последнего посетителя.